Так, зайка, что у тебя в руках? Какой фирмы? Пробуем спилить вот эту махину. Сучкорезом, напомню. Сучкорезом. О, наклоняется, да? Да. Вот тебе и сучкорез. То бишь, это вся история. Так, это все, что осталось. Вот. Все, везде работал сучкорез. Единственное, что в моменте я вот тут подровнял, потому что мог достать. Вот. Сейчас потихонечку пилится, чтобы ничего не упало.